спрятать, иначе меня выведут из зала. Не, Оль, Василь, вас не выведут. Оль, ради бога, я не очень красивая. Скажите, мне надо, скажи, у меня один вопрос короткий. Ответ. Нужно обязательно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, кто Ольга для вас? Ой, Махмуд, это я вам даже расскажу, что это совершенно... Ах, вот даже нужно вздохнуть, сказать, я считаю, что он в своем роде совершенно уникальный. Он уникален, красив, он грациозен. Он Махмуд Эйзенбаум. Поэтому я пришла его приветствовать. Спасибо вам большое. Спасибо.